Кто припомнит, кто узнает те пути, что пахнут весной? Кто мой голос угадает, тот пойдет в дорогу со мной. Пение облаков на небе, в рюкзаке дорожная пыль. Он меня хранит, не забыл. Приведут надежно домой. Вижу стрелку, указатель, рисование белых мелков. По мою держи, приятель, отсчитай 12 шагов. Видишь, дом труба дымится, верный признак жду, кто умеет. Над домом, над летом, над жизнью моей. Мы решили кое-где вставлять эпиграфы из стихотворений Инны Винярской. Они были опубликованы в Иерусалимском журнале, и мы приглашаем на эту сцену поэта, редактора Иерусалимского журнала и близкого друга Инны Винярской, Игоря Бернского. И один эпиграф еще. «Луна кругла и полна, любоваться ею мешает свет фонарей».